Бабушка Шошо, ну почему ты опять в этом самолете? А вот почему. Сейчас все расскажу. Полет был нормальным, пока не началась гроза. А потом на самолет напали монстры. Но это были не простые монстры. Это монстры пони. Наш самолет падает и врезается в огромное здание. Это оказалась фабрика пони. К счастью, после крушения самолета я выжила. И выжил Андрей. На этом моменте некоторые из вас скажут: «Бабушка, что у тебя с памятью? Ты же уже играла в эту игру». Ребята, да, играла. Ой, сейчас я убегу. Тут какая-то бешеная пони и какой-то злобный шарик. Они хотят меня атаковать. Ой-ой-ой, наверх, наверх. Девочка, подвинься, пожалуйста. Так вот, я говорила, что в эту игру не вернусь, потому что тут очень страшно было. Но, ребята, вы меня удивили. Это видео было самым популярным на моем канале за последнее время. Столько просмотров. Я была в шоке. Спасибо вам огромное. Так вот, в этой игре произошло обновление. И, конечно, так уж и быть, я поборола свой страх и вернулась в эту игру. Ребята, говорят, что финал тут вообще невозможно пройти. Говорят, там так страшно и так сложно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, пока болтала, попала под луч. Оп. В общем, ребята, смотрите серию до конца. Там мне очень понадобится ваша поддержка. Я не представляю, что может быть страшнее, чем тот финал, который мы уже прошли. Мне-то и тогда уже было страшно. А сейчас говорят, что там вообще просто непроходимый финал. Ой, мышка! В прошлый раз мышки не было. А может быть, я от страха ее не заметила. Так, тут у нас лазеры, перепрыгиваем. Ждем. Пробегаем. Поднимаемся наверх. И посмотрим, между прочим, за какое время я пройду эту игру сегодня. Или не пройду. Или где я застряну. Кстати, я прочитала ваши комментарии под прошлой серией. И, ну, конечно же, вы мне написали, что это My Little Pony. Ребята, ну My Little Pony, они же миленькие. А это My Little Pony страшненькие. А еще оказалось, что вот этот Андрей, это какой-то знаменитый персонаж, которого вы называете Schoolboy. Не знаю, что это за игра со Schoolboy'ом. Напишите в комментариях, стоит в нее поиграть или нет. Это что, ужастик? Или это нормальная игра? Ой, смотрите, сколько мышей! Ненавижу мышей! Ой, у них красные глаза. Они бешеные! Оп, переходим. Забираем денежку. Достаем одну из частей для гранатомета. Мне нужен гранатомет, чтобы сразиться с монстром пони. Ой, ну я даже мышей боюсь. Как я буду сражаться? Все такое страшное. Ну, ладно, я постараюсь побороть свой страх, чтобы показать вам этот новый ужасный финал. Пробираемся. Здесь должна быть еще одна часть для моей пушки. Забираем. Так, дальше куда? Смотрите, она караулит меня, эта страшнющая пони в шапочке. Все, я готова сразиться. Иди сюда, пони, иди. Бежит, прям несется. Ой-ой-ой-ой-ой. Гром гремит, земля трясется. Это пони-монстр на тебя несется. А-а-а! Ну же, давай, давай. Побеждайся. Ура! Все, она пропала. Пробиваем себе проход и убегаем. Ой, кто это там стреляет? Кто это там стреляет? Я не поняла. Убегаем отсюда. Стрелочка направо. Поворачиваем. Что у нас тут? Я помню, что сейчас тут какие-то монстры побегут. Ну что же, кажется, нас ожидает буря. Буря хаоса. Что ж, начнем этот хаос. А! Господи, какие они страшные. Вы видели, какие у них когти? Не копыта, а когти. Так, проходим. Как-то в этот раз я прохожу... А! Немножко спокойнее. Мне кажется... А, нет, вот они. В прошлый раз на меня прям толпа какая-то выбежала. Но в этот раз тоже. Я вижу, что они... А, вот они, вот она толпа, вот она толпа. Не надо, пожалуйста, так кричать, вы меня пугаете. Вы меня пугаете своим видом, вы меня пугаете своими криками. Фух. От этой пони искорки очень много искорок. А, вы видели, как я ее подловила прямо на самом старте? Так, продвигаемся дальше. Тут у них загончики, и тут их много. Ой, почему вы все сразу вышли? Так, получи, получи. Смотрите, сколько... Ого! Целая армия пони-зомби! Пробегаем дальше. Фух. Вот это тут опасно. В прошлой игре про пони
Я сказала, что там была самая страшная игра Roblox. А! Что это? Нападение! Нападение монстров пони! Мы упали! И где мы? Андрей, где мы? Надо найти ключ. В общем, наша задача отыскать ключ от лифта. И мы помним, что было на этой кухне. Это была страшная битва с Пинки Пай. Так, где... Ой, она меня достала. Но я тоже сильна. Я, конечно же, с ней справилась. Не так быстро, как показала вам видео, ребята, очень долго я от нее бегала, но не стала затягивать видео. В прошлой серии вы видели, как происходит битва с этой злобной Пинки Пай. Мы отправляемся в лифт, потому что наша задача сегодня увидеть новый, сложный, страшный финал. Смотри, там вход в... В общем, ребята, Андрей отправил меня в лабораторию. Смотрите, сколько тут капканов. Что-то я не припомню, в предыдущей серии тут капканы. Появились мыши, появились капканы. Что же будет дальше? Открываем дверь. Без ключа. Налетаем, как... Хотелось бы сказать, как саранча, но... О, я прыгнула на зеленую какую-то слизь и развалилась. Смотрите, сколько тут опасностей появилось. Игру явно усложнили. Вон там еще какие-то зеленые сопли. Размазаны. Смотрите, в колбах пони. О, опять я попалась. Ладно, продолжаем. О, летают еще тут всякие. О, хоть бы корону мою не задели. Смотрите, какие у них злобные морды. Разве могут такими быть наши милые Little Pony? Я уже 15 минут играю, но все... О, держите, держите. О, смотрите, через стекло я вижу, как этот монстр создается. Злодеи пытаются изменить мир. Сделать его более опасным. Из милых пони они создают ужасных чудовищ, которые пытаются атаковать всех нормальных людей. Итак, я перепрыгиваю. Главное мне не попасть под крыло. О, на сопли попала, опять на эти сопли. Да что ж это за сопли такие опасные? Я тут опасаюсь, чтобы меня пони не сбило. А тут, оказывается, нужно опасаться соплей больше. Так, давайте попробуем пройти вон туда. Нет, там, наверное, не получится. Не хочу проходить мышь, поэтому пойду через верх. Ой, а тут еще одна мышь. Ну вот, хотела не встречаться с мышками, но они тут везде. Это и не удивительно. В таком ужасном месте могут завестись и мыши, и крысы, и змеи даже. Открываем вентиль. Открываем этот капкан. А, о! Вы видели, что произошло, ребята? В меня попала вот эта вот странная рука, которая из стены все время вылазит. Но как хорошо, что в этой игре есть чекпоинты. Без них эту игру пройти просто нереально. Так, я отправляюсь в лабораторию. Вы помните, там был сыночек профессора, который творил что-то ужасное. А! Получайте... Ой-ой-ой, как близко она подошла. О, третья. Ой-ой-ой, ах ты ж, голодная морда сожрала меня. Так, ребята, попробую еще разочек. Ух-ух. Смотрим назад, чтобы сзади тебя никто не сожрал. Я поднялась наверх. Андрей, помогай, помогай. Не знаю, кто ты там, скулбой? Или какой-то там бой? Но если ты бой, то помоги бабушке. Как же страшно. А мы еще даже не подошли к финалу. Иду, иду. Коленочки трясутся, ручки дрожат. Но вы со мной, а это значит, я герой. Если вы со мной, то я герой. Так, опять у нас тут сопли, надо с ними поаккуратней. Денежки забираем, сопли оббегаем. Вон, видите, из стены вот эти вот какие-то щупальцы опасные. Там что в стене? Ай-яй-яй-яй-яй, меня прокололи. Там что в стене? Осьминог замурован. Я не удивлюсь. Я... А, ребята, я поняла, это когти. Это когти монстра пони. Господи, какой же там сидит гигант за этой стеной, если ногти вот такого размера. Так, смотрите, на вот этих вот мостиках тоже есть сопли, поэтому прыгаем аккуратно. Так, мне немножко страшно. Как подойти, как подойти? Вот так перепрыгиваю. Теперь подъедем, давайте. И прыжочек, хорошо. Это главный реактор. Мы добрались до главного реактора, которым управляет вот этот вот Агри, сын злобного профессора. Ну, а сейчас я с тобой разделаюсь. Жди бабушку в гости. Иду, иду. Только бы незаметно пробраться мне вот тут, чтобы он меня никак не увидел. Как бы его отвлечь? Так, прыгаю. Пробегаю, прыгаю. Ой-ой-ой, ребята, у меня высокая корона. А, опять я попала под ногти.
И скажу вам, что это очень неприятно. Так, там какая-то красная слизь. Пробегаем. Тут у нас кто? Пони, ну они закрыты. Я вас не трогаю, вы меня тоже не трогайте. Ай, нет, 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 придется сражаться. Ребята, тут опасно, просто нереально. Я на месте. Привет, дорогой внучок. Сейчас тебя сожрет вот этот монстр, которого ты сделал. Готовься. Открываем дверь без ключа. И на тебя налетает саранча. Саранча в виде монстра пони. А я продолжаю свой сложный, страшный путь. Так, открывается дверь и... И мы с вами почти что добрались до финала. Но, ребята, напоминаю, это обновление, поэтому финал тут будет другой. Даже если вам кажется, что сейчас он похож. Смотрите, а! Лава меня спалила. В общем, ребята, смотрите до самой последней секунды это видео. Так, пытаюсь пройти. Прыг-скок, прыг-скок. Очень жарко тут. Дрожат эти камни. Чекпоинт есть. И дальше у нас наша страшная знакомая. Привет, привет. Мы с ней встречались в прошлой серии. Смотрите. Что она делает? Это какая-то гигантская супер-пони. Русалка, потому что вы видели ее хвост? У нее хвост как у рыбки. Так, капканы. Перепрыгиваем. Проходим по мостикам. Но не останавливайтесь ни в коем случае. 35 минут я уже играю. А, ребята, горит камень. Я не успела перепрыгнуть обратно. Да, вот здесь очень опасно. Нужно прям смотреть за этими камнями внимательно. Иначе... Вот, смотрите, горит, горит. А я хотела туда прыгнуть. Так, появился, перепрыгиваем. А, опять он горит, перепрыгиваем. Так, ой-ой-ой, так быстро загораются вот эти камни, что нужно очень быстро успеть пройти их. У нас тут фиолетовая проблема. Спрыг-скок, тут у нас мостики. Зеленый, красный. Это я помню. И летим наверх. Аккуратно, смотрите, какие звезды красные. Очень опасные. А тут еще и пони летят. Моя корона зацепила. Зацепила красную снежинку. Это, скорее всего, не звезды, а снежинки такие огненные. Поднимаюсь наверх. Кто-то тут дышит. Очень-очень страшно мне. Так, как бы это пройти? Как бы это пройти? Ой, я думала, что зацеплю. Эти пони летят, летят. Пожалейте бабушку. Не кушайте меня. Дайте дойти до финала. Я уже, между прочим, устала. О, ребята, все, мы дошли до финала. И тут... У нас щель в двери. Давайте заглянем. Здрасте, есть кто? О-о, мы уже встречались. Дикий пони-босс. Идет на меня, рычит на меня. Смотрите, какие у него когти. Какие у него лапы. А, наверное, это он был в стене. И когтями своими пытался меня поцарапать. Ой, да все уже, давай, давай, сдавайся. В общем, ребята, боролась я с ним долго, но в итоге я его победила. Вы думаете, что на этом все? Я тоже думала, что все. Но смотрите, что случилось дальше. Выбегаю я такая вот сюда, думаю, классно. Все, мы спаслись. Ага, ага, наивная ты бабушка. А дальше было вот что. Эта фабрика взорвалась. Мы сели в машину и погнали. Лава разливалась очень быстро. Вы сами все видите. Это было эпично. Что происходит? Земля трескается и... Наша машина проваливается в землю. Ребята, машину засосала лава, я оказалась вот тут. Что ж, нужно отсюда скорее выбираться. Но не тут-то было. Наша... Ай-яй-яй-яй-яй, у меня не получилось. Наша старая знакомая, хотела сказать добрая, но она совсем не добрая, снова тут как тут. Ой, ой, ребята, что она делает, что она делает? А! Она жрет эти камни. Так, надо смотреть, какой камень краснеет и быстрее с него убегать. Вот это зубы, вот это она, ой-ой-ой, страшная. Ребята, смотрите. Я еще должна с ней сражаться. О боже, получай, получай. Я пытаюсь выбить ей зубы. Но ей хоть бы что. Хоть бы что.
А еще, ребята, знаете, что она делает? Смотрите. Опа, вот так вот по всем камням своей лапой проводит. Это ужас. От нее просто невозможно скрыться. Смотрите, что она делает. Опять она по всем камням проводит своими когтями. Так, куда мне? Вот она тут, стреляю в нее, стреляю и... Победа! Фух, смотрите, какого огромного монстра я завалила. Так, давайте поднимемся вот сюда, потому что другого выхода нет. Прыгаю. О, Андрей, ты тут? Ты горишь? Молодец, ты победил всех боссов и уцелел. Предлагаю тебе поиграть и в другие игры крутого папы. А, это игра того самого крутого папы, который снимает Roblox истории? Серьезно? Ну ты даешь, крутой папа. Такую страшную игру сделал. Таких монстров создал из пони. Я в шоке. Ребята, кто не поставит сейчас жирненький лайк под этим видео, тому приснится страшная пони Пинки Пай. Так что давайте наставьте лайков и спите спокойно. А еще подписывайтесь на мой канал в Ютубе. В Рутубе я есть ВКонтакте и также я есть в Дзене. Все ссылки в описании под видео.